Сборная России одержала победу над национальной командой Кипра и гарантировала себе участие в чемпионате Европы 2020 года. Встреча состоялась 13 октября в столице Кипра, Никосии, и завершилась со счетом 5-0 в пользу россиян. После 8 матчей сборная России занимает второе место в группе И. Команда Черчесова набрала 21 очко. Именно последняя победа над киприотами обеспечила 100% попадание в чемпионат Европы 2020 года. В игре на 9-й минуте счет открыл полузащитник Денис Черышев. На 22-й преимущество команды увеличил хавбек Магомед Аздоев. Во втором тайме голами отметились форвард Артем Дзюба, хавбек Александр Головин и Черышев. Следующий же матч сборная России проведет 16 ноября. Соперником станет команда Бельгии. Чемпионат Европы проводится каждые 4 года. Впервые в истории соревнование развернется на 12 разных стадионах в 11 странах. Всего право сыграть на Евро-2020 получат по 2 лучшие команды из 10 групп отборочного турнира. Еще 4 участников определят в ходе плей-оффа Лиги наций. Он начнется в марте 2020 года.